ходить все лето? Нет, у лапки нет! Давай, надеюсь, что это ваша бабушка. Пойдемте. Привет, ба! Привет! Ой, кто ко мне приехал? Ой, вы мои хорошие! Бабушки приехали, вы мои родные! Привет! Привет, мои хорошие! Ой, а чего я стою-то? Вы, наверное, с дороги проголодались. Идите, мойте руки, а я пойду на стол накрою. Хорошо. О! Это моя половина. Ладно. Да, ты здесь вещи раскладывай, а пойду обстановку проведу. Окей, только будь аккуратней. Ага, хорошо. Ром, пойдем погуляем, а то мне одной скучно. Да мне тут катка, ну пожалуйста, Ром! Нет! Да ну тебя, Ром, видишь, на своем телефоне сидишь. Брат, Насна? Привет. Да нет, я только вчера приехала. Да? А я сегодня приехал. Может, погуляем? Давай. А пойдем я тебя познакомлю с своим другом. Он недалеко живет. Слушай, тебя как зовут-то? Меня Мила, а тебя как? Артем. Приятно познакомиться, Артем. Сейчас ему наберу, он выйдет. Хорошо. Алло, Родь, привет. Выходи на улицу, мы тебя ждем. Алло, привет. А кто он? Ну ты выходи, сейчас узнаешь. Ладно, сейчас выйду. О, привет! Привет! Знакомься, это Артём, это Роня. Привет, познакомься. А пойдёмте погуляем? Пойдёмте. Ну ладно, ребят, не пора. Слушайте, а может завтра погуляем еще? А может на пикник? Я только за. А может в 11? Я не против. Давайте. О, Артём, ну как там обстановка? Да все нормально. Я вон пока гулял, с девчонкой познакомилась. Её Милу зовут. Она такая всегда веселее, прикольная, красивая. То есть ты намекаешь то, что ты в нее влюбился? Да нет, ты чё? Да-да. Рум, я сейчас с таким мальчиком познакомилась. Он такой красивый, прикольный. И что? Мысли, и что? Мы вообще-то завтра с тобой идем на пикник в лес. Чего? Ну, пожалуйста, Ром, пойдем на пикник. Я хочу тебя вообще-то с ним познакомить. Ладно, ладно, только не ной. Ну, отлично. Ба! Что ты хотел, Роди? А можно на пикник? А с кем ты пойдешь? Ну, там ребята приехали, я с ними познакомился. Хорошо, только ненадолго. Спасибо, бабуль. Кому что положить? Кому макароны? Кому плов положить? Кто мне макароны. А мне плов давайте. А что, Антошечка, будет? Я макарон хочу. Ой, солнышко мое, давай.
Так. Как у вас дела? Да нормально. Как вы окончили школу? Я хорошо, отлично. Все пятерки. Молодцы. А вы как, ко мне на все лето приехали? Ну, скорее всего, да. Да? Молодцы. А что у вас нового есть? Я уже с ней познакомился. Ого, шустрый ты какой. А кто это? А это внучка Сои, через дом живет. Ну ладно, спасибо, мы пойдем. Ну вы наелись? Да, спасибо. Спасибо. На здоровье. Мам, у меня тут проблемы возникли личного характера. Не могу тебе пока не сказать. Мне завтра надо уехать. Вот ребята все летом живут. Ой, я рада. Пусть живут все лето. Мне с ними будет весело. Ой, мам, спасибо тебе большое. Я тогда завтра уеду. Алло, Зай, привет. Я вот тут, короче, гуляю. И здесь вообще нечем заняться. Я очень скучаю. Stay, 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 stay around. I lay awake and not make a sound. Cause you bring me flowers and say the right things. If you let me a moment to let my heart bleed, but say, 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 save me now. Do you notice a pain hid behind my smile? Do you notice a feeling every time you grab my arm? 'Cause I felt it for so long. When shots ring out, I need your arms around me now. And baby, when the skies are falling down, don't tell me that it's over. So here I am all alone. Whispers say I should have known. The boy I knew was never mine. It's just too hard.